Ну, опять то, что и раньше было здесь, в Дзержинске, мы все еще не чувствуем, что это домашняя обстановка. Наверное, и вы тоже видите, что, допустим, Россию как поддерживали в Лужниках вчера. Но понятно, что нет той обстановки, нет ощущения домашнего стадиона, то, что у нас было во второй лиге в Нижнем. Вот это объяснение, на мой взгляд, наших таких не слишком выразительных матчей. Но сегодня проявили характер. Первый тайм плохо играли, откровенно, не агрессивно, не так, как договаривались. Второй тайм все-таки проявили характер, выиграли. Можно сказать, что замены переломили ход матча, сделали перерыв? Ну, скажем так, что мы пытались середину поля немножко более агрессивную такую. Ну, я думаю, что да, удалось, раз второй тайм мы выиграли. Значит, удалось. Ребята шутят, что, может быть, для олимпийцев плохо, что сезон заканчивается. Да нет, ничего плохого в этом нет. Нам повезло, что еще снега, замечательно к этой атмосфере, еще снег не повалил. Чтобы мы вообще с Юрой от этого праздника футболом. Честно, у меня слов нет. Как вообще спасибо этим болельщикам, которые все-таки к нам приходят. Я просто им благодарен. И это правильно. Наверное, вот все. Спасибо.